Ребят, смотрите, какое колесо! Офигенно. Давайте покатаемся! Погнали, оно работает? Ребята, оно, наверное, работает. Ребята, давайте пойдем в Мак или в Бургер Кинг, я проголодалась! Какой Бургер Кинг, Света? Света, ты только о своей еде и думаешь! Тут вон колесо в обозрении! Это детский аттракцион, а там мы хотя бы поедим, отдохнем! Ты и дома могла поесть, а сюда мы приехали, вот чтобы именно, развлекаться! Я каждый день ем, а на колесе обозрения не каждый день катаюсь! Да, он не детский, смотри, какой он высокий! Дети короче, боятся такой высоты! Я точно пойду, погнали! Если хочешь, можешь идти в Макдональдс, мы пойдем кататься. Но ты лучше нас здесь постой, подожди, может, пофотографируешь, ну, если захочешь. Мы быстро. Да, мы быстро. Идемте, покатаемся один кружочек и все. Идемте нам сюда. Света взяла нас, оставила. Только своей идеей думает. Ага. Ну и пусть. Пусть они вообще колбаской по дорожке катятся. Я им такое устрою. Ну вот покатаются они и узнают. Вы посмотрите, как круто. А вон Света. О, стоит там. Недовольная. Сама не захотела. Ну и ладно. Блин, ну вот Света сама не захотела. Я не знаю, я бы, например, согласился. Да я бы тоже сразу бы поехала. Да, ну что она там стоит что... сейчас и все? Она сейчас думает о своей еде, наверное. Ага, я дома лично поехала, мне вообще все равно. Еще и дразнится. Смотрите, вон она, Света. Ну ничего, я им устрою. Куда она пошла? Не знаю. Капец. Не, ну это круто было, согласитесь. Да, вообще класс. Супер. Гораздо лучше, чем есть еду. Конечно. Ну, в Макдональдс мы сейчас куда-то пошли. Да, вообще супер. Мне даже страшно было, когда она качалась вот так. Вот, а Света говорила, детская, да, лучше в Макдональдс. Да, я посмотрел бы на нее, если бы она там ехала, как она говорила бы, что она детская. Угу. Точно, она, походу, за бургерами ушла. А, да, наверное. В Макдональдс, наверное, пошла. Пойдем посмотрим. А где Макдональдс? Пойдем поищем. Мне кажется, он туда. Ну где нам ее искать? Давайте лучше позвоним. Вдруг мы ее так не найдем. Где раньше ты была своей идеей? Звони, конечно. Ну вы же не предложили сами. Пошли искать тоже, блин. Абонент временно недоступен. Недоступен. Может, не слышит? Ну здесь там разум. Сейчас еще раз позвоню. Еще раз. Походу такой вкусный бургер, что не слышит. Абонент временно недоступен. Да недоступен. Тогда пойдемте на фудкорт, поищем. 100% там. Где она еще сама быть? В Макдональдс хотела. Наверняка она там. Ну вот, фудкорт. Где она может быть? Ну, в такой толпе мы ее точно не найдем. Давайте опять позвоним. Абонент, время. Ну? Недоступна она. Блин, у нее, походу, вообще связи нет. Так может она обиделась, если ее нет рядом с Макдональдс, то она пошла в машину. А там под землей нет связи. Точно, вот ты гений. Спасибо. Я понимаю, что вы гений, но что, мы сейчас пойдем на подземную парковку ее искать? Ну, в смысле, а где она еще может быть? Да. Может, по бургеру купим и пойдем? По-любому обиделась. Не, потом. Хватит жрать. Все, пойдем. Пошли. Пойдем. А где здесь спуск? Туда. Туда? Смотрите, дверь открыта. Ну, значит, она внутри. Обиделась Света. На нас, ушла. Давай, выходи. Свет! Так ее тут нету. В смысле нет? Ребят, что-то мне это уже не нравится. Подожди, а где она? Да нет ее в машине. А что, дверь тогда открытая? Да это ты, наверное, не закрыл, походу, когда мы да. приехали. Ты забыл закрыть, ты чего? Вы гелик открытым оставил. Да, она по-любому где-нибудь из-за столба смеется сейчас, типа, а пранк. Ей что, делать нечего. Ты видишь ее где-нибудь за столбом, я не вижу. Может быть, давайте еще раз Свете позвоним, это уже не давайте. Смешно просто. Ты пока. Но мне кажется, что у нее опять будет недоступен. Мы же 300 главное, чтобы у тебя звонили. Было доступен. Это откуда звук? Из телефона. Смотрите, это ее телефон? Это точно ее? Ну ты сюда звонишь. Да, это ее чехол. Так, подождите. А что со Светой случилось? А вдруг ее украли?
Да нет, ты че? Да в смысле ты че? Никит, все сходится. Телефон непонятно где валяется. Мы подошли, дверь открыта. Ну наверняка она садилась в машину. Вот так вот. Ее кто-то взял. Ее кто-то вытащил из машины. Она даже дверь не успела закрыть. Ее утащили и все. И телефон она здесь выронила. Это 100% наши хейтеры. Да она просто отошла. Света, Свет. Никит, ты что совсем? Все сходится. Что-то надо думать. Я не знаю, как ее искать. Может, у нее GPS-трекер какой-то на ней есть? Нет? Стой. Может, в телефоне какая-нибудь зацепка есть? Посмотри. Какая зацепка? Так. Фоточки. Какую зацепку ты хочешь? Подожди, а что это такое? Она кушает бургеры. Это что такое? А это что? Если за 2 часа не найдете Свету, то вы ее больше не увидите. Не вздумайте обращаться в полицию. Ребята! Если точно что-то случилось! 2 часа у нас есть! Это по-любому это и есть тот похититель! Это наверняка этот хейтер и есть, ребята! 2 часа! Значит, и в полицию нельзя обратиться! Это получается у нас мало времени! У нас уже меньше 2 часов! Дима, включи таймер на телефоне, чтобы мы знали хотя бы. 2 часа, поставь таймер! Сколько времени осталось? Время пошло! Ребят, получается так, что пока мы на колесе обозрения катались и потом искали Свету, ее в этот момент похитили. И у нас есть всего 2 часа, чтобы ее найти. А что делать? Ну, первым делом надо, получается, вокруг осмотреть место преступления, улики там какие-нибудь. Точно, вдруг преступник что-то обронил, например. Она, если сюда залазила, получается, могла здесь, так, может, чем-то оставить. Только давайте быстрее, уже минута прошла. Уже больше воды. Наверняка прошло. Не то. Потом ее вот здесь, наверное, потащили. Следы, видишь, здесь разные? Соответственно, сюда утащили. Так, здесь... а может быть... А это что такое? Смотрите. Ну что это? Не знаю, салфетки. А, это салфетки обычные. Не отвлекайся на это. Ее могли, получается, здесь, наверное, вторая машина. И отсюда ребят, ее увезли. Это чё? Необычные салфетки. Здесь что-то написано, смотрите. Ха. Дом. Дом. Я понял. Дом. Света услышала, что говорили похитители, и они ее домой отвезли. Значит, она написала нам подсказку, надо быстрее домой ехать. Зачем похитителю домой везти? Они бы ее в какой-нибудь подвал уже давно отвезли. А вдруг они хотят все золотые кнопки украсть из дома? 100%. Ну да, кстати. Они же золотые, куча денег стоят. Все, поехали быстрее. Глуши. Тихо только действуем. А то вдруг они нас заметят. Может, они там. Дверь! Говорю же, тихо. Что делаем? Аккуратно идем. Дима, ты туда. В обход. Черный выход. Я понял. Черный выход. Аккуратно. Тихо. Ты за мной туда. Аккуратно. Я смотреть буду. Вроде бы тихо, здесь никого нету. По крайней мере, так кажется. Дима, иди сюда. Иди сюда. Тихо, здесь вроде чисто. Надо проверить двери. Ты туда, я сюда. Раз, два, три. Никого. И у меня. А там, я там посмотрел. Кнопки, кнопки на месте. Все, ребят, самое главное, что кнопки на месте. А может, они еще не успели сюда доехать? Может, мы оказались быстрее? Ты че? Да я. Ну ладно, сейчас проверим. Все равно на бдительность удержите. Очень аккуратно. Давайте быстренько. По местам, по местам. Каждую комнату себе взял. Раз, два, три. Ага. В Светиной комнате чисто. Здесь тоже чисто. Фух, в туалете тоже никого нет. Вот осталось эти... 2 двери. Хоть бы не... Подождите, подождите меня. Тихо. Давай, заглядываем. Здесь никого.
Здесь тоже пусто. Осталось только наверху посмотреть. Иди ты первая. Ты иди первая. Ты что, издеваешься надо мной? Вообще-то, ты ее подруга. Девочки вообще-то сзади всегда идут. Мне страшно. Мальчики первые. Да все, тихо. Ну что там? Ой, пусто. В смысле пусто? Смотрите, тут котик. Даже кот не пошевелился. Да здесь 100% никого не было, походу. Вы видели, как здесь везде было убрано чисто? Да. Здесь точно никого не могло быть. Если бы тут были воры, все было бы, наоборот, разбросано. Да и вообще, у Светы дома никогда так чисто не было. Это тоже верно. В записке же было написано «дом». А сколько времени у нас осталось? Блин, точно. 45 минут. Я понял. А если это похитители специально оставили записку «дом», чтобы мы потратили время, пока сюда ехали? Или заманить вообще нас хотели? То есть Света вообще где-то в другом месте может быть? Это что нам делать? Поехали отсюда тогда. Вдруг это ловушка? Куда? Куда мы поедем? Короче, где пойдемте можно пока искать? Что вниз, и сейчас все решим. Слушайте, ну если не дома, тогда у нас остается только ангар. Может быть, она там? Так поехали быстрее в ангар. Чего мы тогда? Чего ты раньше молчал? А вы сами не могли догадаться? Да пойдемте уже. Стойте, стойте, подождите. Я обувь там забыл. Ну оттуда придешь. Давай, беги быстрее. Ложку она берет, да одевай так. Все. Да. Дима! Давай быстрее заводи. Все, все сели. Все, давай, тормози здесь. Кушай, пойдемте. Куда вы хлопаете? По старой схеме. Аккуратно. Втроем сейчас вместе надо, чтобы если что врасплох застать. Давайте вы первый, я за вами. Раз, два, три. Пошел. Не понял. Где грабитель? Света! Или... Света! Может, в окне? Я пойду вниз посмотрю. Здесь нет. Нету. А где? Где она тогда может быть? Блин, у нас очень мало времени осталось. Подожди, может быть, там? Если ее нет дома. Света! Блин, нет тут никого. Свет! Внизу ее тоже нет. Вы нашли кого-нибудь? Да нет, здесь все пусто. Где она еще может быть? Я вообще не понимаю. Если дома ее нету, в ангаре ее нету. А может быть... Вы точно везде посмотрели? Подождите, давайте просто подумаем. В торговом центре ее не было. Ну, она там пропала. Дома ее тоже не было. Дома тоже не было. Здесь ее нет. Может, она вообще где-то в лесу уже? Да какого в лесу? Да нет. Украл ее, кто-то связал. А сколько там времени осталось? Сейчас посмотрю. Осталось 10 минут. 11, почти 10 минут. Может, в полицию? Отвезем гелик домой. Позвоним в полицию, уже будем ждать. И они все сделают, они найдут ее, да по-любому. Там же камеры, наверное, торговый центр же везде. Все, пойдемте быстрее. Это вообще хорошо. Так подождите, сказали же в полицию не звонить. Мы никому не скажем, они же не узнают. И у нас выхода уже нет. Ну да, уже 10 минут осталось всего. Сонь, позвони тогда сейчас в полицию. И вообще, блин, зачем мы ее бросили? Гид, вообще-то это ты во всем виноват. Зачем ты нас на это колесо обозрения потащила, а? Она из-за тебя на нас обиделась, понял? В смысле? Я вообще-то никого не упрашивал, вы сами согласились, тем более ты ее подруга, могла бы и с ней остаться. А кто ее дразнил вот так? О, мам, она 100% из-за тебя. Куда ты пошла, ее похитили. Ты вообще говоришь, что она поесть любит? Всем тихо, я звоню в полицию. Конечно, звони, из-за тебя же она пропала. Вот именно. Дай вообще попи-то, я поуспокаиваюсь. В смысле? Подожди, вы слышите этот звук? Чего? Это звук попитов. Я его ни с чем не спутаю. А где? Кто щелкает-то? Так, руки все подняли быстро. Ребята, вы что, с ума сошли? Я ничего не слышу. Может, шины какие что-то? Какие попиты? Отсюда звук. Не, ну точно же звук отсюда. 100% открывай. Наконец-то, сколько меня можно вообще искать? Света, ты что тут делаешь? Капец!
Мы тебя обыскались! Мы думали, тебя похитили! Здорово я вас разыграла, лузеры! Вы не хотели со мной идти в Макдоналдс? Я пошла, купила себе бургеры, целый пакет. И залезла сюда и сидела все тут время. А, и дом написала на бумажке, и телефон подкинула. Мы тебя тут ищем, а ты бургер ешь! А, вы тоже хотите? На! В смысле хотите? Мы вообще-то хотели тебя как можно быстрее найти. Свет, это так не делается. Я почти в полицию позвонила, ты понимаешь? Но ты же не позвонила, Никит. Если не будете бургеры отдавать, я сама все съем. Да что это за приколы такие, Света? Кто так делает? Кто-кто? Тот, кто не хотел на вашей детской карусельке кататься. И вообще, телефон отдайте. Я тут сидела попитом, блин, развлекалась. И бургеры отдайте, раз вы не хотите их есть. Так тебе и надо. Мы вообще-то из тебя переживали. Очень капец. Сильно. Вот именно. То есть ты сидела все это время в багажнике, пока мы ехали из торгового центра? Да. Давайте вот там мы и сидим. Все, поехали. Сейчас как можно больше кочек соберем. Ребята, выпустите меня. Так, Дима, давай по самым большим кочкам, чтобы она там сзади летала. Не-не-не-не-не, меня надо выпустить. Выпускайте меня живо. Мы мучились, и ты теперь помучайся. Давай, Дима. Будет сделано. Кто знает ближайшие кочки? А я видел вон там поле мимо. Отлично. Давай там по кочкам прям. Ребят, выпускайте меня, тут в багажнике вообще никак неудобно. Ай, Дима, я из-за тебя еще джинсы порвала. Давай, Дима, вот как раз на этом лежачем полицейском. Дима, хватит, мне неудобно. Выпускайте меня отсюда. А нам было неудобно целый день кататься. Тебя искали весь день.